Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся в субботу. Прогнозы сулят убедительную победу оппозиционным социал-демократам и разгромное поражение правящему правоцентристскому блоку. По данным некоторых опросов, партия «Христианское демократическое правление», главная сила коалиции, может не преодолеть необходимого для присутствия в парламенте 5-процентного барьера. Не последнюю роль сыграл тут коррупционный скандал, в котором оказались замешаны правоцентристы. Их правительство развалилось, когда младшие партнеры по коалиции отказались поддержать план финансового спасения Европы. Зоны. А социал-демократы делают ставку на европейскую солидарность. Я могу подтвердить, что наша социал-демократическая партия поддерживает финансовые механизмы, действующие в Европе, говорит лидер социал-демократов Роберт Фико. Мы верим в Европу, мы верим в ЕС, так что наше правительство будет в любом случае проевропейским. Правоцентристы стояли у руля Словакии почти 10 лет. В октябре прошлого года подало в отставку правительство премьер-министра Иветы Радиковой из-за разногласий с партнерами по коалиции по вопросу о стабилизационном фонде ЕС. Премьер-министром временного правительства был назначен Миколаш Дзуринда, а досрочные всеобщие выборы было решено провести в марте будущего года.